Ангелина собралась. Ты куда собралась такая красивая? На прогулку? Вот туда? А у тебя сумок немного? Немного? А давай туда посадим обезьянку. Вот сюда. Вот сюда. Нет. Держать нужно, да? Спасибо. То есть ты будешь просто с коляской идти, да? А я буду нести обезьянку. Потому что она не хочет сидеть в коляске, да, и кричит. Кто это? Кто это? Это павлин. Белый. Ну, не знаю, ты прямо такая деловая колбаса вышла на прогулку. Ой, и одна сумка. Кто это? Кто это? Это дрофа. Пошли, Таси. Очень редкая птичка. Пошли, Таси. Пошли, да. Будем узнавать мир и всем показывать, да? Потому что не все знают всех животных. Да. Ангелины не было в парке пару дней. И вот она такая приехала вся деловая. А кто там у тебя сидит? Покажи своим зрителям, кто там, зайка или кто там с таким букетиком? Давай посмотрим. Всем покажем. Ой, вон какой. Зайка спит? Ты его положила? Ну, понятно. А-а-а. Ой, смотри. Кто это? Это хомячки, как их? Морские свинки. Тю-тю-тю-тю-тю. Ну, чего ты? Ти-ти-ти-ти-ти. Люсь. Ой, катастрофа. Ты слышишь, как они разговаривают? Маленькие, да? Пошли дальше. У нас сегодня Люся капризничает целый день. Муты. Муты? Морские свинки. Морские свинки. Скажи, как-то они на морских свинок не очень. Больше на муты какие-то похожи. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Пошли. Давай иго-го работаем. Иго-го. К лошадке пойдем? Да, лошадка. А где лошадка? Где лошадка? Покажи мне, где лошадка? Да, я. Там, да. Ты же весь парк знаешь. Ты же нашим зрителям показываешь, где кто. Да? Давай муты. Давай муты, я муты. Муты. Нутрии посмотрим. А нутрии тут нет. Нутрии на остров надо идти далеко. Давай мы пока здесь посмотрим, а потом сядем на велосипед и поедем к нутриям. Договорились? Да. Хорошо. Вот что-что, но с Ангелиной всегда можно договориться. Объяснить ей, почему именно так, а не иначе. Давай сумочку поставишь, да. А эту поправь сумочку, видишь, она вон съехала. Не очень красиво. Кто это? Это Майя. Майя. Альпака Майя, да? Майя, скажи привет. Майя, вон, никогда тоже не видела бибизяну. Видишь, какие у Майи зубы? Зубы большие.
у альпаки. У нее только наверху нет зубов, а внизу вот такие большие зубы. У многих животных... Пошли дальше, да. Я тебе потом буду рассказывать, когда ты чуть-чуть подрастешь. Пока! Пока, Майя! Пока! Пока, Майя! Пока, Майя! Какая у тебя красивая коляска, да? Давай! Сейчас! Что у тебя там сейчас? Сейчас еще нет. Вот так. А что у тебя там есть? Ты что-то положила? Давай на меня. Что сделать? Давай акулки берем, акулки. Не поняла, что мы положить будем? Акулки. Акулки? Нет. Собирать будем акулки с тобой? Да. Знает, что а человек-лев... Нету, нет, давай не будем мы сюда акульки ложить. Человек-лев сам не курит, дядя лев для нее. И если он видит где-то акульки по парку, не могу, то он их подбирает и выкидывает. Вот смотри, вот так делается. Сейчас, подожди. Раз, вот, пожалуйста. И Ангелина это знает и говорит, давай собирать акульки. В сумку складывать. Главное, чтобы было чисто. Давай, я помогу. То я тут одной рукой снимаю. На, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Так что давай без акульков, хорошо? Давай без акульков. Мы потом возьмем веничек, совочек. И если найдем, то подметаем. Кто это? Это як. Ну, бык, он, конечно, бык, но это як. Тихонечко. Правильно назвать як. Но по образу и подобию, конечно, бык. Привет. Як Яша, да? Як Яша. Скажи, я тебя 2 дня не видела. Да? Не видела, соскучилась. А что пока? Ты же сказала, гулять будете вместе. Вы же только познакомились с Лешей. Вот так уметь надо. Все, да? Ну, мальчик с тобой пойдет. Леша. Не можешь, да? У тебя нет свободного времени сейчас, да? Давайте дорогаем деду. А, ты туда с ними, ты пойдешь, да? Я думала, он с нами, нет, сестру. К дедушке ты сразу свататься? Да. Да? Сейчас мальчик ей берет. Да он не возьмет, зачем ему твоя коляска? Он с тобой хотел, ты же позвала его. Побежали. Кто это? Это фазан. Давай кукой нагаем куку. Давай. Пошли. О, скажи привет, Марго. Марго, скажи привет. Марго, видишь, полиняла? И уже да. Уже вон такая страшненькая. Да? Маргоша увидела. Люську? Во, да. Да? А Лапушкин еще весь такой. Да. Еще не полинял. Да? Ну, нет, Люся не хочет знаться с верблюдами, да, Ангелюша? Привет. Привет, скажи моего. Давай мне деду. Пошли. Пока, верблюд. Пока, верблюд, пока моего. Ты большой.
Да. Вон большой какой. А вон там нарисовано еще, да? Ой, за ты, вон Мишка за тобой идет. Вон Мишка. Пошли, пошли. А то ж мы потеряли его. Да? Где обезьяны? Где обезьяны? Нету. Зато, видишь, Люся спокойно себя чувствует. Они уже пошли спать. Мы завтра с утра с тобой придем и увидим обезьянок, да? Да, а сейчас уже, ты видишь, вечер. И они пошли спать. Вот такая. Сумку ты так понесешь, да? Тихо надо, да, идти, потому что зай. Давай, давай. Давай. Улитки, вот ты глазастая. Глаза. Глазастая, вон какие улитки виноградные. А давай Люсю посадим. Не-не-не. Нет, Люся никак не хочет ходить. Люся, смотри. О, Люся не до улиток. Люся, вон. Ползут улитки? Да, ползут. Ползут. Пошли. Да, пошли дальше. Смотри, спать ложится. Тави. Видишь он? А ты папа. Да. А ты мама. Ой, смотри, пришел к тебе Тави, да? А ты маленький. Маленький пришел к тебе. Скажи, Ангелина, а что ты мне принесла? Да ну что ж ты прямо без дедушки никуда, да? Ну пошли, пошли. Я же не спорю, да? Деду, идем, идем.